Всем привет, с вами Мистер Ви, не забывайте подписываться на канал. Евро рекордно валился. Курс евро в четверг 20 июня в ходе торгов на московской бирже обновил минимум 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.40 по московскому времени европейская валюта опустилась ниже отметки 71 рубль 42 копейки. Курс доллара в четверг также обновил годовой минимум, но момент написания материала оказался на отметке 62 рубля 13 копеек. Аналитики связывают падение основных валют с решением Федеральной резервной системы США 19 июня сохранить базовую ставку на прежнем уровне 2,25 и 2,5%. Это решение снизило привлекательность американской валюты для иностранных инвесторов, так как может привести к снижению доходности ценных бумаг США. Кроме того, европейская и американская валюта дешевеют на фоне укрепления цены нефти. Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent во время торгов на бирже ИСЭ в Лондоне выросла до 63 долларов 55 центов за баррель, прибавив 2,8%.